Привет, YouTube, и это видео о красоте и о том, как она пропадает, когда твое лицо обсыпает миллионом прыщей. Полгода назад я сняла первую часть этого видео и обещала после прохождения своего лечения при достижении каких-то положительных результатов поделиться ими с вами, так как эта тема очень болезненная и, думаю, знакомая многим. Сразу скажу, что это будет моя личная история борьбы с акне. Я расскажу о том, как я поборола эту проблему, какие методы и средства использовала, и о том единственном очень страшном и опасном препарате, который мне помог. И это видео посвящается всем тем, кто находится в диком отчаянии из-за своей внешности испорченной акне. Я максимально постараюсь вам помочь, поднять ваш боевой дух и подтолкнуть к правильным действиям. Буду очень рада увидеть ваши лайки за откровенность, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео, ну а мы не будем затягивать и поехали! Посмотрите на мое лицо. Здесь я абсолютно без косметики. Сейчас я горжусь своей кожей. Возможно, да, она не идеальна, но ее нынешнее состояние это большой успех по сравнению с тем, что было буквально год или два назад. А теперь посмотрите, как это выглядело раньше. И знаете, когда ты сталкиваешься с акной, и речь идет не об одном каком-то прыщике, а о целом просто рассаднике зла. Ты подвергаешься огромному-огромному стрессу. Теперь люди воспринимают тебя абсолютно по-другому. Ты идешь и думаешь, что проходящие люди смотрят не на тебя, а на твой прыщ на лбу. Из-за всей этой проблемы. Я постоянно была не в духе, не нравилась себе, срывала съемки и получала от бестактных людей очень приятные комплименты. Типа, Катя, может быть, ты как-то волосами щеки прикроешь? Еще моя любимая. Катя, что у тебя с лицом? Ужас, ты вообще с этим что-нибудь делаешь? Да нет, конечно, не делаю. Сижу вот и любуюсь. Естественно, такие комментарии от окружающих не улучшали положение дел. Вообще, с появлением акне вокруг тебя возникает тысяча и один эксперт. И я думаю, что сейчас многие меня поймут. И вокруг люди начинают раздавать гениальные советы. Кто-то говорит, ой, я вот рекламу с кремом от прощей видела, может, купишь? Другие тебе советуют умываться почаще. Третьи вообще говорят, да ты Просто не ешь сладкое. Ну или самое шикарное это домашние рецепты. Типа попробуй смешай спирт, бодягу, лавровый лист и бензин. Мне как-то распомогло. И знаете, это еще самое милое, что можно услышать. Девочки-подростку с прыщами обязательно скажут, что ее спасет первое любовное соитие или же окончание пубертата. А если и после проблемы не пройдет, то обязательно заверят, что. Всякую напасть вылечит беременность. Если не первая, то уж точно вторая. Только вы знаете, акне это не исключительно подростковая проблема. Тебя может сыпать до самой пенсии. И вообще, хватит распространять этот вредный миф. Напишите мне обязательно в комментариях, сталкивались ли вы с такими советчиками. Напишите лучший совет, который вы слышали. Составим свой личный топ тупостей. Но знаете, что самое смешное? Ты все это прекрасно понимаешь, всю эту проблему, но ты все равно готов намазать на себя все, что угодно. Вход идут все народные средства от безобидной ромашки до зубной пасты или соды с лимоном на все несчастное раскрученное лицо. Это больно, я пробовала. Но, знаете, я не сразу забила тревогу и схватила за тяжелую артиллерию. Нет. Переломным моментом стали слова моего мужа. Раньше он абсолютно не замечал перемены в моей внешности. Я подстригла длинные волосы под корея, покрасилась в розовый, а он даже не догадался. Но тут в какой-то момент он ко мне повернулся и спросил, Кать, а что у тебя с лицом? И вот здесь я поняла, что все очень-очень плохо. Ну, а началось все, на самом деле, очень безобидно. Мне относительно повезло с кожей, и столкнулась я с акне только в мае 2017 года. Меня довольно резко и обильно высыпало. Не просто потому, что, не знаю, там, день неудачный выдался. Скорее, целый неудачный год. Это был первый год после рождения ребенка, бессонные ночи, упавшая иммунка, разбитое состояние, вечная усталость, подхваченный ротовирус. Все навалилось, и вот ты уже страшнее, чем вся российская действительность. И знаете, первый месяц я относилась к этому абсолютно несерьезно. Винила аллергию, гормональный всплеск, думала, что пф, да ладно, пройдет. Но нет. Старые прыщи проходили, на месте вылезали новые, еще больше и злее. И, естественно, я их давила. Да, я знаю, что так нельзя, но иначе просто не получалось. На смену пришли рубцы, подкожники, бугры. И вся эта прелесть концентрировалась на щеках и подбородках. В общем, выглядела просто жесть. И тут начался период экспериментов и вбухивания бабла. Только представьте, вот на минуточку, на все средства, обследования, процедуры за пару лет я потратила, наверное, около 200 тысяч рублей. Я сама в шоке от этой суммы, но я понимаю, что на тот момент я готова была просто отдать любые деньги, чтобы это вылечить и чтобы выглядеть лучше. Я попробовала все возможные наружные средства. Все эти скинорены, зенериты, клинзиты и так далее, далее, далее. Но мази и крема давали только временный эффект. Самым эффективным для меня стал гель бензиол переоксид. Он же нам знакомый базирон. Этот я покупала в Америке. С ним я выглядела более или менее прилично. Средство, которое подарило надежду, но тоже, к сожалению, продержалось недолго. Дальше в ход шли чистки лица, пилинги, лазеры. Я даже Котекс вколола в щеки, потому что это, по идее, уменьшает выработку кожного сала. Доходило до того, что я полотенце и наволочки меняла чуть ли не каждый день. Мною было испробовано 500 миллионов тональников, чтобы замазать этот ужас. Об этом я даже снимала отдельное видео. Кому интересно, посмотрите, подсказка вот сейчас вылетит. Но самое важное и правильное, что я сделала, это, конечно, пошла к врачам. В итоге я обследовала печень почки, желудок, кишечник, щитовидку. Через всю меня просовывали шланг в поисках корня зла. Но ничего, кроме стандартного набора органов, врачи во мне так и не обнаружили. Я побывала у гинеколога, пила гормоны, которые, кстати, мне тоже не помогли. Я проверялась на клещады Модекс, на на все. Вот на все, что только было, можно и нельзя. И знаете, я оказалась полностью здоровой. Ни одной явной причины акне. И реально, очень важно обратиться к врачу и выяснить все-таки источник вашей проблемы. Самостоятельно это никак не определить, а причины могут быть абсолютно разные. Например, недавно я смотрела видео Даши Каплана на эту тему, и ее спас абсолютно безобидный лактофильтрум, потому что проблема была в пищеварении. Я настоятельно призываю вас не заниматься самолечением. Хватит тешить себя тем, что можно вылечиться всякой ерундой. Нет, простого пути нет. Нет. И таким образом я плавно подвожу к тому, что мне все-таки помогло. Кретиноидам, а именно препарату Ракутан. Наверняка вы слышали о нем, если хоть раз сталкивались с акне. Я знала о всех страшных побочках и жутких историях из интернета, в которых вначале пишут о том, как подростки расстались с жизнью, принимая рокутан, а в конце пишут, что, ну, вообще-то связь не доказана, и подростки и без таблеток от прыщей любят самоубиваться. О чем гласит стандартная статистика? Попробовать Руакутан меня сподвигло не только мое критическое состояние, но и врач из Америки, который сказал что РОА при четком врачебном контроле приносит больше пользы, чем вреда. Я ни в коем случае не уговариваю вас Питера Акутана и его аналоги. Это очень злой препарат. Его принимают только под контролем врача по показаниям и только строго после анализов. Нельзя просто на глаз пойти выбрать себе дозировку и полагаться исключительно на совет подружки. Ретиноиды принимают, когда уже нет других вариантов, когда вы попробовали все методы, когда прыщи реально портят вам жизнь. Вот только тогда стоит бежать к врачу и клянчить курс ракутана. У этого препарата куча просто побочек. Ро бьет по вашей печени, пересушивает кожу, у некоторых от него трескаются губы. Во время приема этих таблеток сокращается выработка кожного сала. Я даже голову стало мыть реже. Кто-то говорит о кровотечениях из носа и ломоте в костях. Еще пугают жуткой депрессии. Но давайте откровенно. У человека с акне и так хватает причин для расстройства. И главное противопоказание – это беременность. Руакутан деформирует плод. Поэтому нужно строго следить за контрацепцией. Так как я уже родила ребенка и второго не планировала в ближайшее время, я решилась на этот курс. Скажу откровенно, у меня не было тех страшных побочек. Максимум чуть-чуть першило в горле. И да, страшно трескались и шелушились губы. Поэтому я не расставалась с гигиеничкой и мазалась ей каждую минуту. Но все равно это все лопалось и слезало. И именно в тот момент я подсела на скраб для губ и до сих пор ими пользуюсь. Один из моих любимых – это вот такой вот сахарный скраб от Airborian. Он как раз отшелушивает за счет кристаллов сахара, но очень аккуратно, без каких-то там раздражений и новых воспалений. Еще во время приема Ракутана мне приходилось каждый день мазаться солнцезащитными кремами, иначе лицо бы просто сожгло, потому что принимала препарат я летом, и мазалась я тогда самым мощным кремом для лица, Которая нашла от бренда Адерма с самой высокой степенью защиты. Он увлажняет и немного отбеливает. И в целом неплохо держится, даже как база под макияж. В принципе, кроме этого, никаких больше побочек я не заметила. Я сдавала анализы и пила эссенциали для печени. Все происходило под строгим врачебным контролем. И препарат реально сработал. Улучшение я увидела буквально за первые две недели. Я поняла, что это, наверное, единственное средство, которое работает против акне. Я пропила РОА три месяца для накопительного эффекта. Закончила я курс в августе 2018 года. И до сих пор никаких проблем у меня с высыпаниями больше нет. Кожа очистилась полностью. Результат вы видите сейчас. Да, иногда выскакивают несколько прыщей. Но я вижу, что они совсем другие. Они поверхностные, быстро проходящие. И если мне раньше требовались какие-то ядерные средства, то сейчас мне достаточно какого-то точечного крема. И сейчас, если меня высыпает, то я пользуюсь вот таким вот точечным кремом от COSRX на основе цинка. Я наношу его на ночь точечно на воспаление. Он подсушивает прыщик, и на утро он уже почти не заметен. И знаете, раньше я о таком даже мечтать не могла. И да, кожа очистилась, но мне пришлось потратить огромное количество времени на то, чтобы избавиться от следов постакне и выровнять ее. И самая большая проблема – это пигментные пятна. Против них в ход пошли салонные пилинги, шлифовки, различные маски, крема. Дома я пользовалась всякими средствами от пигментации, но больше всего мне помогла вот эта вот сыворотка Admire My Skin. Я покупала ее в Америке. Не уверена, что она продается в России, но можете заказать я думаю, что это не составит труда. Она идеально справляется с пятнами от постакны. Но учтите, это очень агрессивное средство, которое разрушает коллаген. Так что не злоупотребляйте. Использовать только на ночь и не больше положенного по инструкции срока. И также важный момент, что любыми средствами для избавления от пятен от постакны нужно пользоваться только через месяц после завершения курса. И также вот пятен от постакны мне очень помог избавиться вот такое вот средство от бренда The Ordinary. Это кислотный пилинг. Масочка тоже довольно мощная и не подойдет для чувствительной кожи. Но мою кожу она очень хорошо отшелушивала и подсушивала, а также выравнивала тон и, конечно, осветляла те самые пятна. Название всех средств я оставлю в описании, поэтому можете пройти и подробнее прочитать про каждое. И, друзья, еще раз хочу повториться, это не реклама. Тем более мы уже с вами договорились, что я буду обозначать рекламный блок своих видео. И об этом можно узнать подробнее в моем прошлом ролике. Подсказочка сейчас вылезет. Но, кроме того, я выработала для себя идеальный уход и макияж, который минимализирует высыпание. И это реально важно. Когда у тебя акне, каждая косметика под вопросом. Запомните, первое и самое главное правило это хорошее очищение кожи от макияжа и прочих загрязнений. Чистая кожа Меньше высыпаний. Я перешла на гидрофильные масла. Сейчас у меня в ходу их огромное множество, но на тот момент я активно пользовалась даже не гидрофильным маслом, а черным маслом от Airborne, а черное оно от того, что в составе тот древесный уголь. Оно не оставляет пленки, хорошо смывает макияж и смывается само. Да, Airborian не дешевая марка, но я поняла, что она того стоит. И, наверное, это единственный уход, который мне идеально подошел. Я не хотела рисковать и ухудшать состояние своей кожи. Ну, думаю, вы меня поймете. Также кожу я очищала и с утра. Для этого пользовалась гель-пенкой с нейтральным ph от Kors rx она как раз предназначена для проблемной кожи успокаивает снимает воспаление и немного отшелушивает после умывания все прыщики стягивались и становились такими знаете менее заметными и можно было смело наносить макияж кстати насчет макияжа я поняла что плотно штукатурить прыщи и воспаление это провоцировать еще больше проблем но иногда мне просто приходилось это делать ну например когда я снимала видео или выходила на улицу но в целом я перешла на BB и на CC средства, которые меньше маскируют, а больше защищают и ухаживают. Вообще тональные средства это моя одна большая страсть. Просто сейчас оцените, сколько у меня тональников. Тут их, наверное, штук 30. И да, я готова принимать ваши шокированные комментарии. Но давайте я немножечко поясню. Тональник для меня это не макияж, а скорее часть ухода, ну, как крем. У меня есть фетиш. Я люблю пробовать тональники. Да, есть такое. И суть в том, что на каждый случай жизни у меня свой тональный крем. Например, для съемок на улице я использую вот этот. Для съемок в студии использую этот, так как он меньше бликует и дает плотное покрытие. Есть какие-то легкие средства для выхода на прогулку, например, когда нужен, знаете, макияж без макияжа. Вот в таких случаях я достаю средство BB Drops. Иными словами, это капли красоты. Его нужно добавить в уходовый крем прям всего лишь парочку капель, чтобы чуть-чуть освежить тон лица и сгладить какие-то там легкие недостатки. Короче говоря, вариантов много, но самое интересное, что почти все тональники каждый день по-разному ложатся на мою кожу. Я люблю абсолютно ровное покрытие, такое, знаете, baby face, но точно не какие-то пятна и проплешины. В этом плане мои фавориты это BB-крем с женьшенем от Arborian, который создает как раз-таки тот самый желанный baby фейс Он реально дает очень ровное покрытие и не течет в течение дня. Он однородный, легкий. О нем я рассказывала в своем инстаграм, так что кому интересно, можете зайти посмотреть, как он выглядит на коже. Кстати, еще у меня есть интересный телеграм-канал с подборкой модных вещей с Алиэкспресс. Не проходите мимо. И как вы видите, я попробовала два цвета. Один нюд, второй более светлый, Клэр. И последний вот этот мне понравился больше. И вот недавно ко мне попал пробничек их CC-крем Крема, и я прямо задумалась о том, что возможно я уже заменю BB на CC. Почему на CC? Потому что для лета CC крем просто идеален. И кто не знает, CC крем представляет собой белый кремик с такими маленькими грануловыми пигмента, которые при контакте с кожей подстраиваются под ее тон. Ты реально можешь накрасить лицо только в одном месте, и не будет видно границ покрытия. И лично мне он понравился тем, что маскирует даже лучше, чем биби, и дает более матовый тон. Ну и в принципе, он гораздо больше увлажняет и ухаживает. Ну что ж, я показала лишь малую часть средств которыми я пользовалась во время лечения акне. Это самые запоминающиеся и эффективные. Но на самом деле через меня прошла, как вы понимаете, просто целая аптека и косметический магазин. Иначе было никак. Как говорится, пока не попробуешь, не узнаешь. Вам я советую подходить к лечению акне последовательно и только с участием врача. Наверное, если бы не грамотный врач, который мне помог с ракутаном, я бы просто начиталась ужасов про эти все таблетки в интернете и не решилась бы их пить. Помните, всю информацию нужно проверять и изучать. Всегда начинайте свой путь с обследования. Именно это Сократит ваше лечение и убережет от ошибок. И самое главное помните, что все у вас получится. Спасибо огромное, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока!